Библиотека – это то место, где каждый человек может найти себя, найти круг общения и найти то, чем ему здесь будет интересно заниматься, ведь в библиотеке много разных кружков, много занятий для всех желающих. На протяжении 2 лет мы сюда приходим, и нам всегда рады. Я, например, в библиотеке с 5 лет и связана постоянно с чтением книг. Очень любила читать и люблю читать книги. Поэтому и попала сюда, в библиотеку Крашенинникова. Но помимо читательской функции для читателей, эта библиотека, она объединяет еще такое движение, как добровольческая организация волонтерства, волонтеров. И мы с удовольствием работаем, помогаем. Да, сегодня библиотека стала, наверное, главным образом социокультурной площадкой, где человек может обменяться информацией. Чем-то важным, интересным, своим хобби, кружки, встречи по интересам. И, ну, я думаю, это самая главная задача библиотеки сейчас, и она ее с успехом решает. Несмотря на то, что я пенсионер со стажем, в библиотеке у меня началась другая студенческая жизнь. В университете 3-го возраста я ощутила себя студенткой, потому как здесь факультеты очень разные, очень интересные. И несмотря на то, что факультеты посещаю, вот, допустим, лоскутное шитье, бисероплетение, но тем не менее я обращаюсь и к литературе. Я около 10 лет хожу в библиотеку и за эти годы прочитала очень много интересных книг, посетила много мероприятий, узнаю много нового, участвуя в разных викторинах. Также учу английский в разговорном клубе. Я посещаю библиотеку уже 27 лет. Все здесь стало родное. Уже без этого не мыслю себе жизни. Как говорится, в пургу и в дождь мы все идем сюда, как в родной дом. Поздравляем работников библиотеки с праздником. Желаем процветания, новых читателей и всего самого лучшего. Будьте счастливы. От всей души я поздравляю всех работников библиотеки со Всероссийским Днем Библиотек. Здоровья всем и дальнейших успехов. Я поздравляю всех сотрудников Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашенинникова с Днем Библиотек и желаю, чтобы их работа приносила им только радость. От имени волонтерской организации Серебряного возраста я хочу поздравить библиотеку и всех ее сотрудников с Днем Библиотекаря. Работники библиотек, я поздравляю вас со Всероссийским Днем Библиотеки. И я хочу вам пожелать 2 вещи. Первое – это здоровье. Хорошего, крепкого здоровья. И второе – это интереса в жизни, интереса в вашей работе. От имени бабушек и дедушек поздравляем библиотеку с Днем Библиотеки. Желаем ей также продолжать работу и успехов ей во всех начинаниях. А у них начинаний здесь очень много.